Привет зрителям канала. У нас будет по Шурупану вторая серия. Значит, кто не смотрел первый ролик, владелец принес мне Шурупан. Типа Девольта. Ну, китайский Девольт. И два аккумулятора. Говорит, это подарок, он новый. Говорит, ну вообще не включается. Я, короче, разбирал там аккумулятор, посмотрел, ну вроде все ок. На 12 вольт, 3 банки 18650. Я его зарядил и полетел. И Шурупан заработал. Говорю, что, приносите зарядное. Второй аккумулятор, я не помню, был, не был. Ну, короче, вот второй аккумулятор у нас. Смотрим, здесь что у нас будет. У нас всего лишь, ну, меньше 4 вольт. Опять снова проблема. Незаряженный аккумулятор. Вот зарядная. Загорается контрольная зеленая лампочка. Берем разряженный аккумулятор, кидаем. И ничего не происходит. Ничего не происходит. Ну что, зарядная получается не выдает напряжение. Идем. Так, вот так вот. Да, вот, пожалуйста, тебе почти 13 вольт. Почему тогда не заряжает? Почему? Так, отключаем от электросети. Разбираем этот зарядный пристрой, типа. А ну-ка, вопрос знатокам. Кто там учится по моим роликам? Ремонт делать? А ну-ка. Определите, какая здесь может быть поломка. Чисто визуально, ребят. 3, 2, 1. Я вам скажу, все-таки китайский косяк. Косяк большими буквами, жирными. Косяк. Так, в чем косяк состоит? А ну-ка, смотрите. Где у нас? Здесь плюс и минус. Находится здесь. А здесь что у нас, китаец? Кинул клемки. Так, у нас получается минус здесь. Минус, правильно. А вот плюс мы перекинем вот на эту клемму. Сейчас включим паяльник. Перекинем провод на крайнюю клемму. И посмотрим, будет ли зарядка работать. Клемму перепаял. Подкидаем аккумулятор. И смотрим, загорится ли красная кнопка. Хоп, вуаля. Вуаля. Ну что, дождемся уже, пока зарядится второй аккумулятор. И посмотрим, проверим его уже на шурупанчике. Для тех, кто не верит. Вот, если что, этот с наклейкой, а этот без. Ух, а, он уже быстро. А, все. Ну, вот, чуть-чуть подзарядился. 10 секунд ему уже хватило на сказать, что я живой, живой. Заряди меня. Все, дочекалась, пока загорится зеленая лампочка полноценно. Так, это вот с наклеечкой. Снимаем цей аккумулятор. Чтоб все без обмана было. Оп. И все працює. Ось так у нас вийшла друга серія цього ремонту. Оказалось, що вся була проблема у цьому зарядному пристрої. Все, звісно, красиво, крупні такі букви. Ох ти, Made in Germania! Даже я не замітив, що це Made in Germania. Оце да. Made in Germania, китаєць неправильно припаяв клемки. Ну, кому було цікава друга серія, то не забудьте поставити вподобайку. Всім пока-пока.